Ребята, привет! Ни одна загадка не устоит перед вами. Молодцы! Всех, кто правильно ответил на загадку, Ксюша отметила в комментариях. Посмотрите! А сегодня я вам загадаю новую загадку. Может ли страус назвать себя птицей? Напишите ответы прямо сейчас. Я все читаю, и Ксюша читает. Ну а сейчас отправляемся в Токабоку. А если вы не хотите, чтобы монстры пришли к вам и напугали вас так же, как пугают меня, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на мой канал за 3 секунды. 3, 2, 1, 0. Поставили? Молодцы! Ну а сегодня мы с вами посмотрим... Это капец, ребята, я вам серьезно говорю, невероятное название этого видео. Мой парень забеременел в игре Токабока. Вот такое название нас сегодня ждет, и сюжет об этом же. Я не знаю, как такое возможно, но я хочу это увидеть. Давайте посмотрим. Наша девочка плачет. Уронила в речку мячик. Потому что, может быть, ее парень забеременел, я не знаю. Я бы тоже заплакала. Хотя нет. Хотя да, не знаю. Плакать и рожать — это моя привилегия, извините. Нет, не извиняйте, не прошу прощения. В общем, что-то произошло. Действительно, что-то стрёмное, потому что наша девочка начала есть таблетки. Очень много таблеток для того, чтобы просто выздороветь или еще что-то подобное. Что-то стрёмное произошло. Ну что помогает? Не поможет. Это очень-очень-очень плохо. Короче, они ее откачивают, но она в коме, я так понимаю. Ее парень уже настрадался. Что говорит врач? Врач, по-моему, вообще тоже в каком-то шоке, не понимает сам, что будет дальше. Я знала, что у них произошла какая-то драма, потому что человек не будет просто так желать себе смерти. У них был ребенок. Был. Видимо, что-то произошло, и... Капец, я не могу такое смотреть, честно. Я сразу все это перенимаю на себя, и я не могу. Короче, напал какой-то психопат на них, чертов, в магазине. Жизнь очень непредсказуемая штука. Неизвестно, что там будет. Вот такая ситуация произошла. Я смотреть не хочу туда, я просто поняла, в чем суть. Так вот, нужно ценить каждый момент. Каждый при каждой. Ведь мы не знаем, что будет завтра. Это грустно, блин, не могу. И вот ситуация привела нас обратно в больницу, где наша бедная, прекрасная, милая девочка, не выдержав того, что произошло, начала, собственно, желать себе смерти. Кажется, врачи кое-куда ее привели. Вы догадываетесь, куда? Вам не кажется, что это слишком болезненно? Они привели туда, где, я так понимаю, можно усыновить или удочерить детей. Это очень благородное дело. Очень благородное дело. И, кстати, я, возможно, когда-нибудь так сделаю, если мне разрешат. Потому что детей должно быть много. Штук 5. И так. Тут у нас какие-то пацаны, они что-то делают. Что вы делаете тут? Привет. Что такое вообще? Что все орут? Что за праздник? А вот это опять, это какой-то вот у них напиток, вот этот капустный, меня он пугает. Фу, представляете, как, наверное, невкусный капустный напиток. Хотя, я раньше думала, что огуречный напиток очень невкусный, но оказалось, он вкусный бывает иногда, очень даже свежий. Итак, сидят наша парочка, немножечко такие уже порадостнивые, да? Итак, кажется, пришло... Что происходит так? Они, кажется, жутко веселятся. Какая-то жесткая вечеринка у них здесь.
Что-то кажется как-то не очень-то допустимо для врачей вот это вот все. А-а-а, я поняла. Они начали типа его заманивать. Эй, пойдем с нами, повеселимся. Ой, я ненавижу пьяных. Терпеть их просто не могу. Смотрите, что они делают с ним. Короче, вот это нашей парочке совершенно не везет. Сначала они потеряли ребенка, потом они украли вот этого парня, которого привели в больницу. А она еще ничего об этом не знает совершенно. Я боюсь представить, что они сделают с ним, какой они опыт хотят провести, я не понимаю. Боже, она только начала поправляться, только у нее начало поправляться настроение. И они решили что-то сделать. Вы догадываетесь, что? Вы забыли, как называется это видео? А я вам напомню. Знаете, что я думаю? Что вот эти пацаны перепутали его. Они подумали, что это он пришел стать беременным. А на самом деле она просто отошла в туалет. И он им не смог доступно объяснить, что это не я хочу быть беременным, а моя жена. И очень получилось недоразумение. Они немножечко, может, и выпили. И взяли не того пациента. И, собственно, он теперь беременный. Итак, ребята, мы подбираемся с вами к развязке этой ошеломительной истории в Тока-Бока. Это так, как ни в чем не бывало, такие три-ди-ди, удочка добренькая, у нас вчера успешно прошла операция, где наша пациентка. Что, они все вырублены? Да, это капец, пришел врач, который должен был этим всем заниматься, и он такой... Вы что тут делали всю ночь вообще? Это клиника по-любому находится где-то в России, я уверена. Медики смотрят, а мужик такой. Эй, меня, короче, вчера похитили. О боже, какой ужас. Меня эти врачи укололи чем-то и сделали непонятно что. Я поскакал домой. В общем, он в диком стрессе, он в диком ужасе, потому что они по пьяни могли сделать все, что угодно. Как он возвращается домой, рассказывает все это, наверное, жене, где она, наверное, всю ночь не спала. О боже, это был капец, меня похитили, пока ты ушла в туалет, блин, они меня затащили туда, куда я не хотела идти, я теперь не знаю, что будет. Что будет, кесарево, и ребеночек, все прекрасно. На тебе ананас. Спасибо, но меня тошнит. Может, будешь коктейль? Не могу я это есть, меня тошнит. Вот такая вот фигня с этой беременностью, это просто жесть. Так, они сейчас, смотрите, будут его обследовать. И догадайтесь, что будет. Я уже догадалась. Я там вначале думала, что она плачет из-за того, что ее парень, типа, беременный и все такое, 5-10. Тан-да-дан! Это чудо. Офигеть, да? Он вообще в таком шоке, просто такой. Итак, тут репортеры, камера, тут все. В общем, это интересная история, конечно, безумно. Все тут уже собрались и ждут, как он будет рожать. Ладно, об этом я не хочу даже думать. Я уже сказала свой вариант развития событий. Ура! Я первый мужчина на Земле, который забеременел. О-о-о! Он родил двоих. Это тебе не хухры-мухры. Блин, как круто. Все в шоке просто, я в шоке. А так-то это классненько. Чик, кто-нибудь за тебя выносил, ты такая. Это мой ребенок. Забираю. Спасибо, до свидания. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас очень люблю, целую, пока.